Краевая столица постепенно приходит в себя после обрушившейся на нее стихии. В центральной и нагорной частях Барнаула, а также в поселках Южный Затон восстановлено водоснабжение после урагана. Об этом сегодня на оперативном заседании заявил Сергей Дугин. Однако в центральном районе города продолжает действовать режим ЧС. Сотрудники Барнаульского водоканала сообщили, что в 6 утра запустили насосную станцию, но вода появилась не во всех квартирах и домах. Все нарушения обещают устранить к обеду. Также перебои до сих пор возникают с электричеством. Самая напряженная ситуация сложилась в поселке Цветы Алтая. Начать работы по восстановлению электроснабжения мешают упавшие деревья. Глава города распорядился, чтобы к вечеру в поселке проблема была решена. На данный момент остаются неподключенными к электроэнергии около 450 домовладений с населением около 1500 человек в городе Барнауле. В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю работает оперативный штаб. Продолжается отработка всех поступающих звонков. Сегодня аварийные службы второй день подряд очищают город от поваленных деревьев и веток. На данный момент 7 бригад горэлектросети работают в микрорайонах ВРЗ, в Нагорной и центральной частях города. Подробнее о том, как город приходит в себя после мощного урагана, смотрите в вечернем выпуске.